Острий і актуальний сьогоднішній день у темі дня. Мене звати Олександр Шелес. Добрий вечір усім тим, хто доєднався до телеканалу Лот. Сьогодні ми обговорюємо ну нагальну тему для фактичного обласного центру. Сьогодні стало відомо усім, що секретаря міськради Сєвєродонецька звільнили. Звільнив мер міста, очільник міста, і сесія не відбулася. І от безпосередньо з тим з одним з тих, хто перебував у той момент безпосередньо у сесійній залі, сьогодні у Сєвєродонецьку, намагався виконати свої службові обов'язки. Григорій Пригеба у нас у студії, депута депутат Сєвєродонецької міськради. От радикальна партія Олега Ляшка. Добрий вечір, добрий вечір. всім, Добрий вечір. Студія. Перше запитання. Ну одразу одразу скажу, шановні пані Тапнови, що ви можете долучитися до нашої бесіди. Ми намагаємося зараз зв'язатися із Валентином Казаковим, очільником міста, телефоном він пообіцяв взяти участь у нашому обговоренні. Тож чекаємо, доки він візьме слухавку, доки він з нами зв'яжеться у живому ефірі. Аж поки давайте про сесію. Чергове зірвану сесію у Сєвєдонецьку. Ну, ви до цього вже ставитеся філософськи, Я так розумію, я був край. Не удивлен когда на сессию э, приходят 10 депутатов вот у меня вопрос вас выбрали люди северодончане горожане те которые ждут от вас реальных каких-то свершений чего-то вот пришла как бы новая волна волна патриотов своего города. Бандиты ушли, там Ефремов вор, там кто тут у вас, там Кунченки разворовали, Азот. Вы же придите, докажите на сегодняшний день, что вы действительно для города готовы что-то делать. Вот целый ряд вопросов. Я ходил практически по всем комиссиям, где только-только можно было, чтобы вникнуть проблемные, во-первых, действительно вопросы, и что тут рассматриваются на этих вопросах, будет на сессии, чтобы, как мы привыкли, пакетом голосуют, и потом над нас люди смеются, а я каждый день хожу, мне задают вопросы, почему столько земли отводится, потому что, почему дешевое коммунальное имущество тут раздается, а людей все больше и больше, вы посмотрите, возле мусорных баков стоит почему-то. Но, к сожалению, опа-блок, ноль, ни одного, БПП ноль ни одного, Батьківщина ноль ни одного, Приеба, Шахов э, с депутатами приходит, потом, правда, опоздал, Ярош чуть-чуть извиняется в больнице, говорю, Алексей, ты смотри, не пазду никогда. Ну что это такое? Стравайте. Из 36-10 депутатов? Гри... Гриб игры и вряд Два, скажем так, фактори, что мовляв сталося. Если есть уважительная причина, пожалуйста, должен кто-то руководитель фракции или за телефон, телефонограмма должна быть, мэр города должен зачитать сказать, да, вот я знаю, что Самарский, Лишек, у нас уважаемые люди, которые загружены, один там где-то там. советник какого-то министра, другая зам губернатора, срочно уехали. Ну а другие где? Где другие из БПП нету? Где с батьковщины? Врачи. Врачи, вот надо посмотреть, болеют они эти два врача или нет. Уволить к чертовой матери их сразу, я что не болеют, а проигнорировали сегодня сессию. Да, если какая-то операция, это один вопрос. Вот, ну, нет ложка какая-то, нету больше специалистов. Выгнать, значит, пускай занимаются или освободить должны они свое место. Но такого саботаж. же не должно быть. Да это не саботаж сегодня, это сегодня безразличие как депутатов, так и власти. Я с первого дня сказал Казакову, депутатов, у которых фракции самые большие, сядьте, обговаривайте. В Северодонецке тут нету. Оппозиция, влада, конструктивная, жесткая. Давайте все решать вопросы. Вы посмотрите, что творится. Или сегодня мы будем, как в Луганске, жить здесь, с особым статусом Донбасса. Или будет Северодонецк, хоть европейский, хоть проукраинский, хоть за украинский, но он должен быть свободный. Вот как мне молодежь приходит сегодня, ребята такие драйвовые: у вас молодой город, прекрасный город, средний такой возраст, у вас даже пенсионеров э, намного ну, по статистике намного меньше, чем в других районах и городах. Потому что город действительно Дримтаун, есть громадское объединение. Вот они проводили, посмотрите, какое прекрасное мероприятие, и собралось полгорода на озере Чистом. Люди хотят строить город, и они сейчас приходят и говорят, дураки, мы Що ми відказуємося е, сідати? От відбрасуємо е, політику. Нам треба було приходити депутатами бути і немножко вместе з вами, тому що ви активні і інші є депутати активні, щоб немножечко встряхнути от цю старость, Пане, от ету перхать, оте. Знаєте, е... зараз ми також намагаємося це зробити. Е, ну як можемо у своєму медійному сенсі того слова. Е, мені підказують редактори, що е, немає зв'язку з мером міста. Ми телефонували, ми отримали попередню згоду е, на участь у телефонному форматі е, мера міста, адже бо він е, учора звільнив секретаря. Будкова секретаря міськради і відповідним чином, ну формальна причина, мовляв, він не пройшов перевірку його діяльності на корупційні дії. Зв... Звільнил. Учора, сегодня не отбылась сессия. Все, все торгується. Ви, по... рвётся... Ви пов'язуєте ці дві події. Да, и такое может быть, они там все коррупционеры. А мэр не коррупционер у нас. Вот, хай выйдет со мной и пусть по крайней мере мне объяснит. Я не до, до сих пор не могу найти объяснение. Вот я на комиссии. Задав Альшанському вопрос. Зараз ми до цієї теми а, підійдемо. Дайко. До цієї конкретної конкретно теми ми маємо підійти. Тим не менш, шановні пані та панове, ну маленька, знаєте, така алюзія на минуле. Ми пам'ятаємо, усі пам'ятаємо, як розлетілося мережею відео. Коли колишній очільник Луганщини Геннадій Москаль ішов на роботу пішки з, з дому зі свого є. І ще одне відео його відзняли журналісти, які просто ну звичайні мешканці міста, які просто оцим цим відео, мабуть, і продемонстрували ось так, домовляються із медіа посадовці, а потім відмовляють. Коли до них телефонують взяти участь у прямому ефірі? Ось таке відбувається. Подивіться. Що оце нахід? Чого так краєсиме? Ну, ось так, ось так, шановні пані та панове. Мабуть, ну дякуємо меру міста Сєвєродонецька Володину Казакову, що принаймні просто не відгукнувся на наші прохання взяти участь у обговоренні дуже серйозного питання. Звільнення звільнення. Секретаря міськради і дякуємо, що е, сказав Вічливо, а не приблизно так, як на цьому відео, як ви його прокоментуєте Ви бачите, пригиба один тільки, матюхається, матюхайцей, но тільки на паразитів чиновників, на журналіста, на пенсіонера на молодого чоловіка Как десь якийсь чиновник, ну я йду і смотрю на его работу, бездарную работу. Где-то сьогодні Сегодня даже милиционерка мне пришел говорит, говорит: жалуется на вас, Петр Гнатьевич. надо объяснение написать. Я иду по колено в лужах, люди матюхаются, все после дождя, любого здесь, пройдите по центральным улицам, ну как ты не будешь ругаться на них? А на кого мне ругаться? Мне ругаться на дворника? На бабку 70-летнюю или 80-летнюю? Что она плохо метет? Я вам расскажу. Я на вот этой сессии хотел ряд вопросов поднять. Очень много вопросов. Когда я задал господину... Возглавляющему э, альшанскому имуществу э, э, да? майну. Не... коммунального майна. майна, да. У нас, по моему 30-й пункт якраз был затвердження звіту про виконання програми відчуження об'єктів комунальної власності Сєвєродонецька за 2015 год. Я начал читать, э, у меня хто може в соціальних сетях найти. Тут такие интересные вещи. Вот я задаю вопрос. 44,7 квадратных метров по улице Виллисова 5 продано за 41 тысячу гривен. 69,5 квадратных метров Гагарина 101 – 30 тысяч гривен. На жилое примещение 326 э, квадратных метров за 290 тысяч. Ну, это чуть больше 10 тысяч долларов. 70, почти 80 квадратов, 79, за 26 тысяч. А комплекс Будивельта с порой дитячего дошкольного закладу, я задаю вопрос, а как это 369, где это такое? Я сначала не понял. А потом он мне сказал, да это садик, и я вспомнил. Мы делали запрос. Я говорю, так подожди, это тот, который э -э -э, казаков на фирму э -э, своей жены э -э, оформил и э -э, купил. Смотрю э -э, время, как это в 2015 году. 13.01.15 года. Это ж совсем недавно, это при Москале было. За 14 тысяч долларов. Вот вдумайтесь. Продает, но ну, я думал, завысил квадратуру, она на полторы-две тысячи. Сегодня мне альшанский говорит, нет, там 900 чем-то, но тысяча квадратных метров. Но я знаю до этого, я поднимаю э, документы, городским бюджетом было потрачено на этот садик, я не знаю, на протяжении сколько лет, от 200-300 до 300 тысяч гривен. То есть наших с вами, горожане, ваших денег те, которые вы наполняете бюджет. Затем продается это здание за 360 или сколько тысяч под программу ООН, под создание рабочих мест. Там, я не знаю, сколько грант, около двух, я не знаю сколько. Но за этот грант сделан этот садик. И сегодня там детки, ну, мне говорят, что самые, самое дорого, чтобы туда ребенок попал. Он сегодня частный. Так вот я хотел задать вопрос. Вообще, мораль, совесть есть? Так более того, он приглашает туку. Губернатора, это насколько надо иметь, э, ну, я не знаю, как, как назвать, но я на месте вот Казакова сказал, Гриша, вот давай так. Ну, был грех там, Ефремов воровал, все воровали, то по тем временам. Все, забыли. Мы работаем. Может, там, черт попутал, может, жена попросила, так э, я не знаю, смотрят на меня как на врага народа. Но если вы видите такие делаете вещи, уже будучи в 2015 году, при этой милиции. При этой власти. Так что поменялось у нас в стране? Что-то понять не могу. Вот я вот, вот вы говорите, депута, э, снимают секретаря, да потому что секретарь стал. Как? 16 человек есть, вынеси свою кандидатуру. И скажите, вот кроме 16, чтобы больше никто не голосовал, остальные поддержите меня, я буду вам благодарен. Тут уже начинают вот эти телодвижения, непонятно. Казаков то же самое. Ну вы же сегодня мэр, вы же сессию. К вам обращаются, я на каждой сессии говорю, чтобы успокоить депутатов. Вы, во-первых, каждой фракции давайте выступить. Хотя бы 3-5 минут. Ну есть, в регламент несите из меня. Вы обязательно, и я прошу, чтобы на каждой сессии присутствовал представитель прокуратуры, чтобы он мог сразу из этого балагана, который там происходит, сделать замечание. А ну, какое-то там, я не знаю, предложение кого-то. То ли Шахова, то ли Пригебы, то ли Будкова. Ну, цирк на дроте, смеется вся Украина, и он сидит, а что я показываю книжечку «Закон о местном самоуправлении». Я вот, я вот. Да у вас за вами ни одного депутата нету. Завтра поставить вопрос о недоверии, 36 депутатов проголосуют против этого мэра. И он рассказывает мне, за меня проголосовало 50%. За вас проголосовало 15 тысяч избирателей в 90 тысячном городе. Поэтому из пришедших 50% еще те, которые голосовали против Грицишина, не надо на сегодняшний день говорить, какой вы герой. А за приему 1%, я ж не скрываю, тысяча человек проголосовала за меня. И я рад этим, что этой тысяче я каждый день помогаю. Ти, я, знаю, я, я це хотів підняти питання теж по благоустройству. Давайте зараз ну, а, ну, закриємо тему із сьогодні, от, звільненням да, секретаря а, міськради. Ні, ну, вопроси, які Мені вопроси закриємо волнує... цю тему і все ж таки. І закриємо тему взагалі мера міста. Сьогодні ми хотіли, щоб він взяв Хай, участь. Хай, спи спокійно, спокійної спокійно ночі, Валентина Я серйозно говорю, я бажаю йому дух, душевного здоров'я. Я знаю, що фізично ви не сильно здорово, может, и спите. Потому что, понятно, грехов много старых. И сейчас вы продолжаете многие вещи делать, наступать на одни и те же грабли. Особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Особенно в расходовании средств. Особенно в том, что вы не успели израсходовать и у нас сегодня в бюджет опять они уходят. Вот я разбираюсь сегодня. Ценовая политика, это вообще меня просто... Вот... Мы это, ну, поговорим, поговорим, да? Поговорим, а... Валентин Васильевич, я Знаешь знаю, что таки... вы смотрите, поэтому... Все нормально. Мені оцікавило Надо... той факт, що звільнили, звільнили, повідомили а, секретарю про ну, взагалі тема Будкова дуже цікава, Будь сама по бізнесмен, собі. який конгресмен, йому секретар. Все ж таки, це бізнесем. зрушення уперед, це крок вперед щодо а, антикорупційного законодавства щодо діяльності очищення влади. Чи це формальна процедура? А, ви знаєте, от якщо би слухали те, що говорить Пригіба, Ну и шаха в том числе. И вот мы когда собирались, вот вроде бы как там демократическая коалиция, чтобы мы правильно расставили все акценты. Как вот был э, губернатор э, на, первом, на первой сессии, он сказал, давайте, ребята, объединяйтесь. Э, предложения все по исполкому, то, что мы написали и видим своих э, профессионалов в чем-то, мэру Казакова, чтобы он нас всех собрал. Говорит, ребята, ну давайте, люди на нас вынесут, повыкидывают нас всех к чертовой матери. А так оно и будет. будет. Я настаивать буду перед Георгием Туком, чтобы здесь была військова цивильная администрация. Тут, тут нужен сегодня кнут. Для тех, кто воровал, нужен кнут. Пряники, вот тем пенсионерам мы будем раздавать, в освоении тех средств, которые сегодня дают государство, которые дают сегодня спонсоры, миллионы, сотни миллионов сюда дают, они сегодня чубы дерут. Почему? Потому что коры-то все хотят туда мордой прям всунуться. Всем надо заместителей, чтобы было. Чтобы свой старый исполком. Чтобы все старые жеки, которые бабушек обворовывают, и несли-несли мешками. И все пенсионеры сидеть будут до пенсии. Чтобы пересчитали пенсию. Чтобы, я не знаю, домов еще накупить. Кучу квартир в Киеве. Потому что ну все может здесь быть. Поэтому, если бы они слушали, слушали, Спокойно в большом зале проводилась сессия. Приходили бы мы, к нам же масса идет людей. Я не могу людям сегодня даже пригласить и молодых, и пенсионеров, и старых. Пришли, послушали. Кому-то просто интересно. Что же за дебо Сидит начальник милиции. Это вот как коллегию. Я в 2005 году, чем вот был старт хотя бы вот этой помаранчевой, хоть люди поверили в какую-то демократию. Правда, через полгода, когда рассорились, Юля Витя, и все. Нет, так я расскажу. Весь сидел Бомонт. так і в гори сполкомі большой зал, руководителі всіх предприятій. Yeah. Uh, Інтересно сьогодні, всім живе сьогодні сьогоднішня Собол, сесія особова на Нікавонітні карда була досить таки ну багато значуща в деяких питаннях. А за підсумками врешті-решт, ми маємо що а, нагородили директорів підприємств, що а, прикрашали бумажки місто до новорічних свят, і усім повідомили, що наступна сесія пройде у. А, У Ледовому палаці. Але запитання: Вот за той месяц все выйдут, с відрядження повернуться, 10 депутатів знову придут. А до мне вопрос: а, а почему а, в ледовый палац, если перейти немножечко и в ДК здесь провести, хороший зал, новый, нормальный. Чё в ДК туда переться? Это в большом зале или там маленький, я не знаю, в каком зале они там будут проводить? Есть в городском коммунальном предприятии ДК. Ну, зайдите проведите нормально. Озвучка, хороший зал. Я считаю, и сессия должна проходить с перерывом. Пригласить, я же говорю, всех предприятий, правоохранительные органы. Он себе уровень поднял бы казаку, вот уровень. А он не знал, кому. Как только засветилось 24 депутата, которые могут ему недоверие выразить, и он все, и не знает, кого слушать. К нему только вот убегают одни, другие, и не знает он, понимаете. И он бегает, советуется. Тоже вы советуете? Депутати, яких вибрали люди, з ними треба советоваться, з ними треба садитися. Сьогодні могло б бути три зами. А а, сьогодні, а ну, сьогодні начебто, начебто, у а, в одному з видань пролунала фраза мера міста, що він вніс, він вніс би пропозицію, ні, ну, ну, конечно, але не дав опоблон. Ну, я ж говорю, опять без, А з ким він заголосував? В яких комісіях проходили согласування э, е, е, кандидати? Вы же тогда сами не нарушаете регламент. Ну вот в каких комиссиях проходили эти кандидаты? Вот назовите. Комиссии все прошли. А почему я не видел этих кандидатов? Почему я исполком не видел? Почему не рассмотрели от радикальной партии кандидатуры, которые мы предлагали? Мы не дочекались на связку Валентина Казакова. Проте вы можете телефоновать и телефонуйте, шановные и Доброе, что телефонуете. Я кто-то на связку. Алло, добрый вечер. Назвите, будь ласка. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. Я к да. вас звати? Хотела бы спросить у вас такой вопрос. Ну, вы, вот как нормальный человек, хотела бы спросить, я как житель Северодонецка, вот мне интересно, а зачем же ваш Ляшко снес памятник Ленину? Проеба нормальный, бачите, вопрос такой каверный с подковыркой. Я, мне часто задают пенсионеры, вы видно по голосу, ну, не пенсионного возраста, э, девушка может, э, даже <laughs> далеко не пенсионного. Но я свое мнение скажу по поводу памятника Ленина. Я был и октябренком, и пионером, и комсомольцем и чтобы все знали, даже и членом партии до 1991 -го года, пока миссию не разогнали. Ну, я был, служил военно-морской авиации, офицером летный состав, а это 90% были члены партии. Тем более на Дальнем Востоке там эти гуси не взлетали. Когда сказали, что она распалась, начальник политодела, все. Поэтому других я членов партии не считаю, те, которые в 2005 году, как Спиридон, Килинкаров или еще там какие-то ваши коммунисты молодые. Для меня это не коммунисты. Поэтому она у меня прекратила существовать. Бабушки, которые встречают меня, говорят, вот нам Ляшко нравится, вот гарный хлопец, так и... ну на вещи он памятник, говорит, Ленина снес. Я говорю, уважаемые друзья, в 2017 году тоже были разрушены практически 90% церквей. Вот в городе Луганске одна Петра и Павла только осталась. Сколько уничтожено было просто людей. Это идол. Да, я за то, чтобы их демонтировать, и решением исполкомов может даже куда-то перемещать. Но, когда Ляшко к вам сюда приехал, собрались люди, и они у него потребовали, ну-ка давай снесем. Что, Ляшко его руками снес? У него ни техники, ничего было. Кто исполнял обязанности на тот момент? Рядом с ним стоял Чернышин. Чернышин дал ему технику и завалили этот памятник Ленина. Чего вы меня это спрашиваете? Под Ляшко, если приехал, ну люди кто-то стоял, пусть 50, 20 человек, давайте его снесем. Более того, я сделал запрос по памятнику Ленину, потому что мне избиратели сказали, где же он находится. Мне горсовет говорит, его нет. Даже не мэр, не Чернышин, они не знают, где он. Испарился. Говорит, он у нас не был на балансе. Отдел культуры он был на балансе. Туда задаем вопрос. Кстати, надо Ольге Петроны, правильно вот это задала девушка вопрос. Спросите, она же тогда возглавляла культуру у нас. Вот где он, это загадка. Давайте будем искать памятник Ленина, давайте найдем. Кто у вас же есть, тут коммунисты, или у кого-то активного, может, пенсионера поставим во дворе его. Чтобы он был памятник хотя бы во дворе. Если вы как бы и ходите туда, может, поклонники возлагают у цветы и один телефон, Поэтому мое а. мнение такое. Конечно, на цивилизованным способом это делать. Ну, Ляшко, тут ні причу. Ну, стало, я не сталося, сталося, що сталося прямо як он... сталося. Да, я телефони А, Ало, доброго вечора. Як вас звати? Назвіться, звідки ви? І ваше запитання. Алло. Здрастуйте, як вас звати? Здравствуйте. Меня зовут Андрій. Звідки ви? І ставте, будь ласка, Городі, своє запитання. У вопрос. Ну, такой он щепетильный, не знаю. Ну, для нас, шахтеров, он щепетильный. Давайте, Андрей, скажи. Вот, на предприятии Лисичанск-Уголь уже на протяжении двух с половиной месяцев не выплачивается заработная оплата работникам шахты. Вот как быть в такой ситуации и что делать? А какая задумка? Сколько месяцев? Шахтеру. Сколько месяцев, Андрей? два с половиной, два месяца. Два с половиной месяца. Выдают кусками. Нашу. Вы понимаете, что эти вопросы надо решать не с депутатом городского совета, но вы можете решить с Пригеба, как с помощником народного депутата Ляшко. Поверьте мне. Но, я не говорю, что сто процентов я могу эти вопросы решить, но на вас запад То, что вы ко мне обратитесь с трудовым коллективом или сами. Господин Ляшко, народный депутат, с парламентской трибуны может это озвучить. Лично... Телефон, Телефонувать или позвонить, это такое часто при мне было, не буду называть руководителей ваших э, северодонецких предприятий. Лично обратиться за этим вопросом. Давайте будем решать вопрос. Донецка 37А. Работает моя приемная. С кажд... Со вторника по пятницу. Пожалуйста, я вас прошу. Если у меня нет, есть помощники. Они мне сразу по... позвонят. Я телефон свой не скрываю. Он у меня на сайте на моем, на фейсбуке. Я его везде показываю. Давайте этот вопрос. Или же у губернатора. Вместе с вами пойдем. Я думаю, Георгий Борисович ну, может тоже какое-то звернение на написать. Ну, скоріше всього, треба на рівні міністерства вирішувати. Ну давайте повернемося на наш місцевий рівень, і все ж таки, ну ось сесія, яка не відбулася. А далі що буде за вашими прогнозами? чи є шанси, що хтось з демократичних консолідованих сил стане секретарем? Чи є шанси, що певним чином ситуація політична зміниться? Вот вы знаете так, шутки ради. Я думаю, за пригибу проголосовало бы большинство. Вот что-то вот мне так кажется. Хто понятно, все бы, наверное, депутаты. Депутати. Я какие решения не, не выношу, всегда меня поддержат. То кому-то там помощь какую-то оказать, то там зарплату за должность погасить, то еще какие-то моменты. Но я не претендую, вы не думайте. Э, роль первых лиц э, здесь она очень опасна и ответственна. Поэтому я не напрашиваюсь, должна такая быть кандидатура, не обязательно от какой-то политической партии, которая бы устраивала всех. Даже пускай не устраивает мэра. Но он будет доволен той кандидатурой, потому что он должен постоянно его стимулировать к такой работе которая сегодня нужна горожанам, чтобы он не нарушал ни регламент и не было никакой спокуса. Вот как в 2015 году просидели, промолчали, взяли ему, дали купить. А кто-то бы сказал, так что вы творите? Ну что вы творите? Выступил бы с экрана телевизора. Или как я вот сегодня говорю, я очень удивлен, на комиссии жилищно-коммунального хозяйства, которая есть, очень интересные депутаты, активные. Вот хоть большинство даже СОПа блока мне приятно активно там, э, слушать их предложения, и то, что я предлагаю, оно в принципе находит вот, почему-то поддержку. Вот у города Северодонецке нет э, правил благоустройства, которые бы работали. Они ездят на бумаге. А я к этому отношусь очень щепетильно, потому что это правило для каждого из нас. Вот абсолютно жителя города, руководителя, э, жилищника, коммунальщика предпринимателя, потому что мы ими будем жить. Вот проходя по улице, вы не можете найти нормально урну, куда бросить бычок, окурок. На остановках вас возмущают, почему они не убираются. Возле школы то же самое, не устраивает вас там ограда или зеленые насаждения. Нет у нас сегодня эко экологии, экологических инспекторов, которые тоже должны следить, а мы должны бы заставлять их. Нет работника МЧС, участкового где-то. Поэтому эти правила благоустройства на любой сайт нормального города, тот, который вам нравится, вот, например, Трусковец, там, вот в Западной Украине очень много Волинскую область, я сейчас просматриваю. Даже есть центральная часть Украины. Те города, в которых более-менее порядок, там они работают. Там есть инспекция по благоустройству, она числится. Я это предложил. Меня поддержали, и мне поручили заниматься разработкой, которую мы выложим на сайт. Ну, так вот, смотрите: я почему говорю это. Що Если это что-то выкладывается на сайт, почему мало что змеи. Понимаю программу социально-экономичного Слушайте, Слухайте, слухайте. А, Ципыта можно вырешить, или нет. коротко вас Потому что крадут и брешут. Вот я например говорю: э, делаются э, тротуары. У нас асфальтобетон положен дороже, чем тротуарная плитка. Квадратный метр тротуарной дорожки вот идет горы с полкому. 350 квадратных метров. Опять вот, обидятся, почему тут нет коррупции. Есть асфальтобетонный завод, генеральный подрядчик, у которого э, собственник, ну я не знаю, причастен опять мэр города. Правда, он до каденции, до своей, до первой этот э, приватизировал, Че прихватил асфальтобетонный завод. Асу подрядчик у нас э, находит, естественно, Петр Гнатьевич с простым каточком, который закатали в ДРСУ Кременское. Но плитка на сегодняшний день, вы возьмите, поднимите и э, прозвоните, стоит всего лишь навсего 120-160 гривен квадратный метр. Чтобы ее уложить, 60-70 гривен. И она выйдет вам... Максимум 300 гривен. Максимум. У вас сегодня дренажная система, та, которая будет полностью позволять, это я имею в виду грунт, пески, чтобы уходила вода. И не будет приеба ходить по улицам, махтюкать руководителей вместе с жителями, когда только выпал дождь, и по самое ого-го у людей воды. Так как не По центру асфальт еще с времен. Выложите плитку и э, смета. Смотрю, капитальный ремонт без бордюрного камня. Ни черта. Вот, вот закатали и будьте здоровы. Отмыли бабок на 200 тысяч, 200 тысяч на свои предприятия. И сидят, думают, что они классные, потому что дорожку сделали горосполкому. Но не освоились еще деньги они все. Около 8 миллионов на дорожное хозяйство. Они, правда, поздно пришли. Но половину ж не освоил город. Чего дороги плохие? Потому что бездарные сегодня руководители в жилищно-коммунальном хозяйстве не начальник управления, а те, которые ему задачи ставят, это пенсионеры наши руководители. Фамилии сейчас не буду говорить, потому что пожелал кому доброй ночи. Поэтому ну, смотрите да. и учитесь, и берите пример с Приебы. Я могу у каждого быть и консультантом, и пробивачом, любым, как финансовым в Киеве, так и здесь смотреть, как делают свою работу добре, за наши що, деньги. Добре, что такие люди есть, и они иногда приходят до нас в студию. Дякую вам за эту беседу, дякую за это интервью. Шановные пани Тапнове, это была тема дня. Меня зовут Олександр Шелест, и мы обязательно еще увидимся на нашем канале. На все доброе.